Карта дня. 15.03.2024 года. Привет. Это Любомир Богоявленский. Я таролог и экстрасенс. Пятница, 15 марта 2024 года. Для диагностики сегодняшней карты дня я использовал классическую колоду Таро Райдера Вейта. Итак, карта дня – семерка кубков. Семерка кубков может говорить нам о том, что мы живем в мире иллюзий и не видим вещи такими, какие они есть на самом деле. Нам следует быть более реалистичными в своих ожиданиях. Семерка кубков также может означать, что вы стоите перед выбором. Вам нужно взвесить все «за» и «против», прежде чем принимать окончательное решение. Семерка кубков нам советует. Первое. Перестаньте быть в погоне за иллюзиями. Второе. Будьте реалистичны в своих ожиданиях. Третье. Учтите все «за» и «против», прежде чем принимать окончательное решение. Семерка кубков в системе Таро Райдера Вейта – это карта, призывающая вас к самоанализу. Вам нужно понять, чего вы хотите от жизни, и начать действовать, чтобы достичь своих целей. Желаю хорошего дня. С уважением, ваш таролог Любомир Богоявленский.